Наконец-то это свершилось. Она вышла. Она вышла. Игра, которую я так долго ждал. Я просто годы ожидания. Я готовил кушать, я думал о ней. Даже на унитазе я думал о ней. Она даже мне снилась. Этот момент свершился. Я могу в нее поиграть. Я могу в нее поиграть. Хай, с вами Вангай, и добро пожаловать в Ведьмак 2! Дурак, что ли? Три, Ведьмак 3! Я даже слезу поначалу чуть не пустил, я просто вспомнил ту атмосферу, в которую играл Ведьмак 1, во 2. И наконец-то Геральт вернулся! Родненький мой, иди сюда! Офигеть! В этом весь Ведьмак! Я впечатлен с первых минут уже! И даже ни разу не моргнул. Это было офигенно. Это ноги Ведьмака! Я думал... Черт! It's a trap! Нас обманули, ребята! Нас обманули! Геральт! Геральт, там какая-то... What the fuck, что происходит? 10 из 10, игра просто лучшая. Подожди, еще раз. Дела. Какие не дела? Нет у меня дел. Цири ждет, да. Никто не ждет меня. У тебя, кажется, да, были дела. Бесчувственная тварь. О, щит, что за фигня? Нет. Он убил девочку? Да, это был сон. Май 1272 года. Это вот недавно буквально было. Лощадка! Это местный Сергей Зверев модник. Котик, иди сюда! Котик! Эй, йоу, с вами Экзибит, это тачка на прокачку. И это корыто, ты на нем ездишь. О, боже мой, вы только посмотрите на этот бампер. Ты что, его сам что ли сделал? Из дерева. Не, ну с колесами не поспоришь. Конечно, мне очень нравятся эти 50-дюймовые колеса. Йоу, это с вами West Coast Customs, и это был Экзибит. Упердывай. Какое гостеприимство. Упердывай. Мамы, мамочки, божечки, что происходит? Дайте мне елду, я сейчас им меч. Лошадка, успокойся, лошадка. Лошадка, не мешай! Лошадка, мне надо отступать! Я тебя еще припомню. Ся, свинки. А что, я их убил, что ли? Кулаками убил? Старая кожа, шкура. Я их убил. Старая кожа, шкура опять. Боже мой, я их убил. Женщина. Женщина. Девушка, да куда же вы, куда же? Стойте, девушка. Девушка, там утопцы. Они вас сожрут. Как бы дал. Круто в игре сделали. Нельзя ударить женщину. Он замахивается, пугает, но не убьет. Нет, не стреляй. Не стреляй, пожалуйста. Нет. Убил. What to say? What the fuck? Серьезно? Блин, этому городу от меня только проблемы. Куриная ножка. Ням-ням-ням-ням, KFC прям. Девушка, поговорить хочу с вами. Хочу очень поговорить с вами. О, куда мы идем? Когда мы идем? Девушка, хочу поговорить. Стёп! Стёпа, что с тобой? Опять котик! 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 Икс, чтобы подозвать лошадь. Попробуем. Так, чуть не вышло ничего. What the fuck? Я хочу обратно! Назад! О, господи, боже мой. Буду так делать только в крайних случаях. О, лошадка, поехали! Мальчик, с дороги! Я его ничем не задел случайно. Огромным конским... копытом. Не хочу драться, не хочу. Пока. Беги, лошадка застряла!
лошадка жирная. Эй, ребята, вы что тут тренируетесь? Ой, простите, пожалуйста. Ой, я извиняюсь. Ой, простите великодушно. Прости. Все, не буду вам мешать. Пока. Все, не буду. Убегаю! Оно страшное! Что это у тебя с рожей? Слы, пацан, иди сам разбирайся. Я только что такого навиделся, что у меня понятно такое дело с рожей. А как она там оказалась? Ее же даже не было рядом. В этом ведьмаке явно что-то не так с листьями и травой. Что-то как-то... Латва, не так быстро. Стоп, не так быстро. Я не мешаю. Наоборот. Обожаю ведьмака. Откуда выбегает моя лошадка? Как она вообще появляется? Нигде же ее нет. Нет. What the fuck? Как ты там оказалась? Платва. Мне уже страшно. Я люблю тебя, платва. Понимаешь, любовь всей жизни, платва. Платва. Ай, пчелки! А нет, не надо, меня не кусайте, пчелки! Сейчас у нашего ведьмака будет опухшее лицо, как будто после какой-то... Так, ладно, он сейчас еще реально умрет! И он должен быть красивым, чтобы соблазнять. Я здесь нашел место для скейтбординга. Офигенно же! Тони Хоук отдыхает, когда ведьмак здесь... Грязь напрягает. Нормальный стишок, да? Откуда ты там взялась? Блин, ты меня пугаешь. Больше, чем любые тут трупы и кровяшка, и кишки. За мной колбаску пожарил. Какой колбаску? Я прямо сейчас буду сражаться с грифоном. Я еще не подготовился. Я ничего не купил, ничего не сделал. Ай-яй-яй, карамба. Сейчас. Не двигайся. Твою ж мать! Чё без предупреждения? Надо было... О, what the fuck? На! Ты чё, решил уйти с поля боя? Назад вер... Чё за... Платва моя мистическая, иллюминати, поехали. Платву не бей платву! Ах, что ж ты сделала? Давай спускайся вниз и бейся как мужик. Оглушение! Да, я это сделал! О, да я чуть не обосрался, неплохо. Ты лети, моя платва, ла-ла-ла. Ладно, что ж, ребята, я... У меня голос полностью съел, я немножко приболел. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, вы меня поймете. Меня очень обрадовал Ведьмак 3, я надеюсь, вас тоже. И если вам понравился этот ролик, то почему бы не подписаться на канал, не поставить ему лайк. А с вами был Вангай. Всем бай-бай. Да что ж такое? Где же я успел-то заболеть? Бай-бай.